Североказахстанские полицейские подвели итоги работы за три новогодних дня. 31 декабря, 1 и 2 января по оперативному каналу 102 принято 1154 телефонных сообщения. 369 из них требовали немедленного реагирования полиции. Праздничные дни сотрудники полиции, как и специалисты всех экстренных служб, провели в усиленном режиме работы. Цель – обеспечение общественной и дорожной безопасности, профилактика и оперативное раскрытие преступлений, а также реализация принципа нулевой терпимости к мелким правонарушениям. В результате из поступивших в полицию более 1000 сообщений, 10 касались краж, 3 – мошенничеств, 38 – семейные скандалы. Также зарегистрировано 26 фактов нарушения тишины в ночное время. По всем вызовам приняты необходимые меры. Примечательно, что в течение трех последних суток чаще всего североказахстанцы звонили в полицию с 18 часов до полуночи и с часа ночи до 4 часов утра. По итогам новогодних дней криминогенная обстановка в областном центре стабильная. Тяжких и особо тяжких преступлений не зарегистрировано. На канал 102 с 31 декабря по 2 января поступило 369 обращений. Большая часть из них – семейные дебоши и нарушения тишины. По городу с помощью камер видеонаблюдения выявлено 66 различных административных правонарушений. На дорогах области с 31 декабря по 2 января задержано 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Следующие выходные 6 и 7 января полицейские Североказахстанской области также проведут в усиленном варианте несения службы, обеспечивая общественный порядок в областном центре, в районах и на загородных трассах и автодорогах региона. Индира Баймухамбет при содействии пресс-службы Департамента полиции.